Всем привет, с вами Тристания, и я рада приветствовать вас. Сегодня я покажу вам процесс создания вот такой елочной игрушки. Начнем? Для работы нам понадобится два цвета полимерной глины, красная с блестками и белая. Фимогель, блестки, золотые бульонки, искусственный снег, щетка, кисточка, лезвие, скальпель, игла и дотс. Из красной полимерной глины формируем основу елочной игрушки. Все выравниваем и текстурируем щеткой. Белую полимерную глину катаем в нить и прямо на рабочей поверхности начинаем выкладывать нашу снежинку. Продолжаем украшать снежинку. Катаем тонкую ниточку и отрезаем очень много заостренных кончиков. Формируем серединку, все элементы присоединяем иголочкой или дотсом. Когда все уложено, берем фимогель и наносим его аккуратно на снежинку. Этот этап необходим, чтобы к снежинке прилипло как можно больше блесток, и она стала более пушистой.
Ну и переносим нашу красавицу на основу, хорошенько прижимаем. Иголочкой расправляем все усики, если это необходимо. Всю игрушку по краю покрываем искусственным снегом и золотыми бульонками. В таком виде отправляем на обжиг при температуре, указанной производителем. Когда все остыло, я присоединила фурнитуру и готово! Можно украшать елочку! А наш урок подошел к концу. Вы смотрели мастер-класс от Тристании? Ставьте пальчик вверх, если вам было интересно со мной, оставляйте комментарии, ну и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новое видео. До новых уроков! Пока-пока!